Я Бабак Мария Сергеевна. Добровольно и осознанно принимаю гражданство Российской Федерации. Торжественная присяга и клятва. Теперь они граждане Российской Федерации. 5 лет назад Мария приехала сюда из Донецка на учебу. Пришло время устраиваться на работу, получить новые документы не составило труда. Для тех, кто из новых территорий и из ДНР, в частности, людей, паспорт делается достаточно быстро. То есть я на прошлой неделе подала, на этой неделе могу забирать. Глава округа Андрей Иванов вручил российские паспорта 5 жителям Луганской и Донецкой народных республик. Событие символично совпало с важной датой – днем воссоединения новых территорий с Россией. В Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях прошел референдум, на котором жители должны были сделать главный свой выбор воссоединения с Россией. Много лет жители ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей буквально боролись за свои права. Сделали свой выбор на референдумах, и теперь они граждане большой, сильной страны, в которой своих не бросают. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».